Коллеги, я напоминаю, что вы находитесь на канале колобонга.net. Мы сегодня будем продолжать изучать программирование на языке C-Sharp. Я очень рад, что вы подключились к нашему сообществу разработчиков. Это как минимум очень интересно, не говоря же о том, что может даже принести какую-то денежку вам. Итак, задачи на сегодня у нас, собственно говоря, простые. Мы будем сегодня чего-нибудь, как-нибудь сохранять файл. Файлы будут разные, но в основном текстовые. Я имею в виду разные по типу сохранения. Мы будем туда сохранять и строку, и набор строк, и даже байтовую информацию. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и поехали. Ну, я предлагаю начать с первого. Давайте его раскроем вот таким вот образом. Итак, у нас есть строчка, которую нужно сохранить файл. Друзья, тут на самом деле все очень просто. Пишем файл .append all lines, где одна, там и много. Здесь нам нужно указать путь. Ну, теоретически мы можем здесь написать c, двоеточие, слэш, потому что специализированный символ lessons, ой, lesson 2 слэш, ну допустим, еще раз, слэш, text 0.txt, ну вот такой вот файл, и соответственно вторым параметром нужно указать набор, собственно говоря, здесь видно набор строк, да, то есть перечисление, так называемый enumeration. Теоретически мы можем сказать, что мы можем отдать и массив какой-то, и в этот массив нужно написать data.0, и она заткнется, в смысле она успокоится. Вот смотрите, и смотрите, я сейчас запущу на выполнение. Здесь у меня папка lesson, и смотрите, здесь появилась вот, собственно говоря, тот самый текст. Давайте его откроем, я вам покажу действительно, что он здесь есть. Вот самый, собственно говоря, это надпись. Сегодня прекрасный день, как вы видите. Так, давайте это закроем. Вот. И, в общем-то, как вы видите, ничего сложного нет. В C-Sharp достаточно сильно упростился. Надо понимать, что это как бы вот самое время начать его изучать. Давайте сделаем, чтобы папка у нас была доверенная. Итак, первая часть, собственно говоря, готова. Я думаю, что здесь все понятно. Я ее закомментирую, сверну и открою, допустим, следующую задачу. Смотрите, на следующей задаче у нас уже несколько строк, и здесь теоретически можно проделать то же самое. Давайте я вот так вот открою. Я даже скопирую эту строчку. И, в общем, не будет ничего сложного на данный момент сохранить это, допустим, файл 1. И здесь мне указать, как вы понимаете, через запятую все даты, которые у меня есть. Ну, вот так вот напишу. Дата 1, запятая. О, мне Visual Studio предложила, ну вот она в последнее время умеет понимать, что хочет от нее разработчик. Опять же, это упрощает жизнь. Ну и как вы понимаете, lesson 1 я запускаю на выполнение файл, закрываю, вот у меня появился результат, посмотрели. Да, действительно, каждый файл, каждая строчка моего предложения, каждое слово моего предложения записано не в одну строчку, а вот во много строчек, каждая в свою. Это, я считаю, тоже готово. Давайте дальше переключимся. Что у нас есть? Третья задача. Перевести строку в байт. Ну, на самом деле, здесь тоже ничего сложного нету. Давайте покажу, как это делается. Существует в C-Sharp много энкодеров. Я пытаюсь максимально просто говорить, чтобы не усложнять ваше понимание. Итак, есть такое понятие, как энкодинг. Да что такое? Ну, так и не написал. Энкодинг. Вот, это специальный namespace, который позволяет, вот видите, у меня его нету, и сейчас мне ReSharper предлагает его подключить, можно нажать Ctrl. И он подключается, вот здесь вот смотрите, появился using test, теперь у меня этот namespace доступен, нажимаем, ну у меня UTF-8, и у него есть, собственно говоря, get bytes, в общем-то, вот из этой data.0 мне нужно получить байты. Давайте поставим breakpoint, запустим приложение. И да, здесь я, конечно, ничего не вижу, но вот так вот. Да, у меня следующей точки нет, поэтому все поломалось. Давайте скажем вот таким вот образом. Var len, ну то есть длина вот этих байт, она теоретически, кстати, мы заодно проверим, сколько она будет равна. То есть, если посчитать, сколько здесь букв, то вот здесь вот длина должна попасть как раз вот сюда. Я поставлю строчку breakpoint чуть ниже. F5, мы перешли на следующую строчку. И, как видите, здесь их 130. Ну, поверьте мне, тут length, ну, то есть длина будет 130 по количеству букв. То есть одна буква это 1 байт. Это всего лишь очень просто запомнить.
Так, останавливаем программу и переходим. Ну, давайте это закомментируем. Нет, я даже скопирую Ctrl-KC в этой скейси. Переходим к следующему. Здесь мы перевели. Ну, а здесь, как вы понимаете, нам не нужно, нужно не просто перевести, а, соответственно, еще и сохранить файл. Ну, начнем с правильного, да. File.appendAllBytes. Ну, как вы понимаете, все очень просто. Здесь выбираем C, /, что там, lesson. 2 слэш слэш, ну пусть будет текст, какой там у нас 2, txt. И, соответственно, нужно передать как раз вот эти вот байты, я их сюда передал в конструктор, о, в смысле в сигнатуру, запускаем, сюда смотрим, 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 бас появилась, отлично, открываем, вот они наши файлы. А почему байты? Смотрите, на самом деле любые картинки, PDF-файлы, ну, в общем, они сохранят из, они состоят из байт. Если, допустим, это байты, которые я получил из интернета, скачивая картинку, сохранил эти байты в файл с расширением, допустим, PNG, то у меня бы на файле, ой, в смысле, на диске бы сохранился файл картинка, да, PNG-шный, который можно открыть в редакторе и посмотреть. В общем, имейте в виду, что байты это все, это очень полезная штука, на самом деле. Так, давайте переключимся. Так, у нас я закомментирую. Ой, в смысле, сверну. Итак, пятая задача. Сохранить байты по-другому, да? Ну вот, я притащил за собой предыдущие данные. Ну, в общем-то, есть у нас байты. Теперь нам их нужно сохранить. И это можно сделать следующим образом. Ну, во-первых, можно использовать var в writer, да, специальный такой, да что такое, new binary writer, вот он, и он, как вы видите, должен получить стрим, это мы можем взять у файла, это мы можем взять, ну, по-моему, create, вот он, стрим, и сюда указать, опять же, c, двоеточие, два слэша, lesson, два слэш, что там, два слэша, вернее, текст, сколько это, text3.txt. И для того, чтобы правильно это использовать, нужно здесь поставить using, потому что этот объект нужно диспоузить. Ну или другими словами, это теоретически может быть вот так, вернее, должно быть вот так. И здесь мы этот writer должны, давайте вот так вот, writer.write, ой, write. Ну и мы должны указать, что мы сюда пишем в данном варианте. Вот, видите, вот здесь вот, даже вот так вот, вот покажу. Вот, вот сюда, вот, нужно указать байт. Но я буду целиком, так, escape, один байт, ой, да что такое, или, собственно говоря, много байт. Ну, в общем-то, я сюда могу передать вот так вот байт. И, в общем-то, это сработает. Но, как вы видите, подсказка мне дает современный язык, да, то есть C-Sharp, он как бы развивается. И я вот вернусь к тому же варианту, который начал писать изначально. То есть это, так сказать, второй способ, который можно использовать для сохранения. Да, binary writer – это тоже такая полезная штучка, на самом деле. Он умеет записывать файлы. И, ну, я думаю, что он вам со временем пригодится. Итак, там у нас текст 3. Давайте запустим. Текст Т3, вот он появился, открываем. Да, программа отработала, в общем, тут не волнуйтесь. Вот, и также появился файл с txt-шной, в котором хранится вот эта вот, собственно говоря, строчка. Так, давайте вот эту штуку опять я закомментирую. Перейдем к последнему пункту, быстренько изучаем. Так, и в данном варианте мы будем использовать уже немножко другой подход. Да, кстати, надо сказать, что вот здесь вот, вот давайте покажу. Это на самом деле важно. Вот здесь вот я использовал файл создания файла, то есть file.create, да, который создает файл. Ну, и смотрите, ну это на самом деле нужно понимать, что если файла нет, он его создаст. А если файла уже существует, в общем-то, он его перезапишет. Ну, это такой нюанс использования. Раньше, когда C-Sharp был молодой, здесь была ошибка постоянно. Нужно было варьировать, проверять наличие файла или открывать его. Если нет, то создавайте связь. Сейчас это все намного проще. И давайте покажу тогда еще один способ. Как раз он открыт. Это я сверну. И это снова сверну. И вот здесь вот покажу. Теперь вот такой способ. Давайте вот так вот раскомментируем. Смотрите, у нас как был байт, байтов пачка, так она осталась. Только теперь мы не будем использовать байты, а будем использовать стрим. Теперь у нас здесь не writer. На выходе у нас
Из create выходит как раз стрим. Теоретически это уже будет стрим. И, соответственно, это будет стрим, то есть поток. Но надо сказать, что вот здесь вот теоретически можно использовать open, как он называется, open file, open create. Сейчас я посмотрю, один момент. Open write. Вот. То есть здесь по open write самый правильный, наверное, вариант будет использовать. Потому что, смотрите, что это. Давайте я вот так вот подсвечу. Здесь, наверное, непонятно, да? Так, а вот это тоже непонятно. Точка. Вот так, наверное, будет понятно. OpenWrite, да. Открывает существующий файл. Давайте я вот так вот нажму и покажу, что этот вот как раз OpenWrite более правильный вариант, потому что он не просто создает файл, он еще и открывает существующий. Ну, в общем, тут как бы все понятно. Да? Вот так вот мы оставим. Это пусть будет лучше так. Напоминаю, исходники будут доступны на Patreons. И теперь давайте здесь используем стрим, который, собственно говоря, делает. Что create у нас делает? Create у нас просто открывает и пересохраняет. Вот давайте снова покажу. Вот так вот. Нет. Как у нас? Вот так вот. Вот. Так не видно. Вот так видно. Create у нас не просто, допустим, открывает файл или создает, он просто перезаписывает его, и тут как бы без вариантов. В общем, нужно понимать, как это работает. Давайте в данном варианте это будет номер 4. И, в общем-то, все то же самое будет. Так, мне нужно сохранить файл и выполнить его. Запустили, появился четвертый файл. Ну и как вы видите, здесь тоже все на месте, никуда не потерялось. В общем, вот несколько способов сохранить информацию в файл, как бинарный, так и текстовой, как с одной строчки, так и несколько строчек. Ну и надо понимать, что есть еще такое понятие, как асинхронное программирование, то есть когда используется специальный подход, асинхронный. Для начала остановимся на этом. В общем, жду от вас новых вопросов и пишите правильный код.